Доброе утро, дорогие покупатели! Вы на канале Калетта, с вами Ольга Савкина, и сегодня в нашем обзоре кроссовки. Осенние модели и зимние модели. Напоминаю, что мы работаем как оптом, так и в розницу, поэтому и оптовики, и розница, смотрите этот обзор до конца. Итак, начнем, я думаю, мы вот с этой модели. Потрясающие кроссовки такие. На красивой подошве, здесь она красивая, и здесь она красивая. Натуральная кожа, мягкие, комфортные, очень красиво здесь сделано сзади. Задничек такой, внутри тоже все натуральная кожа. Сейчас на эту погоду они идеальны. По стоимости 7570 идут в размерах с 36 по 40. На этой же колодке есть вот такая модель. Смотрите, тут уже идет черный в сочетании с зеленым, тоже нереально круто смотрится. И также есть в бежевом цвете вот такая вот модель. Я примерила эти кроссовки на себя. Давайте посмотрим, как выглядит на ноге. Такой стильный лук получается. Джинсы, белые кроссовки, например, черный пиджак. Не хватает чашечки кофе к ним, и прям можно снимать какие-то инстаграмные модные обзоры. Чистый такой осенний цвет, коричневое сочетание с белым, с черным, очень красиво смотрится. С этой колодкой вы уже, я уверена, давно знакомы. Они нереально легкие, много раз уже про них снимала обзоры, просто тут обычно бывают разные интерпретации по дизайну. Эту модель 100% рекомендую, они очень хорошо сидят. По стоимости 8970, в размерах идут с 36 по 41. Смотрите, какие есть расцветки. Есть вот в таком цвете, с коричневым. Есть серый в сочетании с зеленым. Тоже такой осенний, получается вариант. Есть на этой же колодке вот такая модель кроссовок. Да, уже по-другому выглядит, хотя колодка та же самая. Вот это, кстати, по цене 8970. И есть вот интересные модели для, я бы сказала, что для людей вот в стиле хиппи, кто, у кого определенный свой стиль, необычная модель. По стоимости они 9170, интересно прошита, замша идет, тоже нереально легкие. Есть в коричневом цвете, есть в оливковом цвете и есть в таком цвете, в сером цвете графит. Идут размер в размер, даже немножечко они большемерят, то есть 41 размер, пожалуйста, имейте это в виду, кто искал. Они будут вам очень-очень хорошо. Эту модель прям 1000% рекомендую, очень они мне нравятся. Для тех, у кого широкая ножка, могу порекомендовать вот эту модель кроссовок. Во-первых, очень удобно одевается, во-вторых, здесь достаточно много места, то есть ножке будет очень комфортно. Одевается легко за счет вот этой вот штучки. Так же самое легко и застегиваются. Смотрите, эта модель очень красивая. Ткань, кожа, замшевая кожа, интересные вставки. Она у нас идет в двух расцветках. Есть в черном цвете, есть в бежевом цвете. По стоимости 7870 и в размерах идет с 36 по 40. Причем размер в размер, даже с небольшим запасом. Невероятно удобные, стильные, дизайнерски смотрятся, прям люксовая такая серия. И что, знаете, что еще очень большой плюс, то, что внутри идет кожа, то есть то, что внешне здесь ткань, здесь внутри это все натуральная кожа. Ножка дышит, мне эта модель очень нравится. Еще одна модель кроссовок, которая подойдет на каждый день, удобные, комфортные, стильно выглядят. Обратите внимание, как хорошо сделан задник. Тут идет резиновая вставка для тех, кто ездит на машине. Очень удобно, то есть ничего не стирается. И спереди есть такая же защита. Я такую модель люблю, потому что я сама водитель. И вот здесь идет резина. Тоже хорошо, то есть она такая износостойкая. Эта модель в двух расцветках. Есть в зеленом цвете и есть в шоколадном цвете. В шоколадном цвете, обратите внимание, какая здесь интересная пяточка. Внутри все идет натуральная кожа, то есть все легкое, дышащее. По стоимости 7570, в размерах с 36 по 40. Эта модель относится к категории стильная классика, бело-черные цвета. Здесь идет интересный дизайн за счет вот этой шнуровки. Удобный, комфортный, размер в размер. По стоимости 7870, в размерах с 36 по 40. Внутри все
из натуральной кожи, как всегда, мягкая, гладкая пятка. Есть супинатор, кстати, дополнительный. На ножку с высоким подъемом будет хорошо, и подошва здесь резиновая. Давайте смотреть на ноге. Эту модель рекомендую, мне она очень удобная, комфортная. И я даже думаю, что на широкую ножку она тоже будет хорошо, потому что есть запас в носочке. Эта модель кроссовок моя любовь, потому что тут высокая, очень крутая подошва. Сама модель тоже очень стильно выглядит. Натуральная кожа как с внешней стороны, так и внутри. Все мягкое, комфортное. 7870 их стоимость в размерах с 36 по 40. Давайте посмотрим расцветки. Есть они еще в черном цвете. Тоже очень круто смотрится. И есть в цвете горчица. Очень стильный образ с ними получается. Какие бы ты ни одел, молочный цвет, горчица, черный цвет. Любые из них будут смотреться потрясающе. И еще за счет, конечно, этой платформы они будут увеличивать рост человека. И человек будет себя чувствовать еще уверенней. Переходим к зимней обуви. Смотрите, тоже красивые, интересные новинки привезли для вас. Здесь идет, например, эта конкретная модель замша натуральная. Внутри натуральный мех. Это овчинка, то есть вам будет тепло, хорошая, устойчивая, высокая подошва у этих кед. По стоимости 10770 в размерах с 36 по 40. На самом деле зимних моделей много. Смотрите, такая была у нас осенняя модель, сейчас тоже зимняя приехала. В зеленом цвете, в синем цвете. Есть вот такая интересная модель. По стоимости 9170 в размерах так же самое с 36 по 40. Есть вот такая модель. Прям выглядит как обычные кроссовки, но у всей зимней обуви увеличена подошва для того, чтобы ножке было тепло. По стоимости эта модель 8770, в размерах идет с 36 по 41. Натуральный мех, мягкий прям. Есть они в бежевом цвете, есть в зеленом цвете. Я эту модель примерила на себя, давайте посмотрим на ноге. Такие аккуратные, спокойные, ничего лишнего. По размеру идут размер в размер, поэтому 41-й действительно будет 41-м. Это потрясающая модель кроссовок, напоминает мне кроссовки Снегурочки. Белые-белые, красивый белый мех. Здесь натуральная кожа беленькая идет. Здесь, кстати, тканевые вставки. Интересный дизайн шнуровки. Видите, тоже по всей модели идет. Хорошая, высокая, устойчивая подошва. Подошва идет резиновая. Эта модель представлена в двух расцветках. Есть в белом цвете. Так, 9270 их стоимость. В размерах, кстати, с 35 по 40. Есть они в черном цвете. Вот так они выглядят. Смотрите. Единственный момент, они маломерят. То есть 35-й это даже идет, я думаю, что на 34-й. То есть кто покупает подростковую обувь, тоже обратите на нее внимание. Давайте посмотрим на ноге, как смотрится. Опять же, если вы носите 37-й размер, берите 38-й. Если 39-й, берите 40-й. А так модель удобная, комфортная. На ножку с высоким подъемом, вот у меня высокий подъем, тоже будет хорошо. Еще одна стильная модель кроссовок, которая привлекла мое внимание, такой молодежный стиль. По стоимости они 9270 в размерах с 36 по 40. Натуральная кожа, внутри натуральный мех. Примерила эту модель на себя, для того, чтобы показать вам, как они выглядят на ноге. По удобству, смотрите, модель немного маломерит, поэтому берите на размер больше, а так они достаточно комфортные. Единственное, что еще они подойдут, я думаю, на ножку с низким подъемом. С высоким подъемом будет слишком прямая подошва идет, будет неудобно. А так модель очень стильно смотрится. И последняя модель на сегодня. Оставила ее на закусочку, потому что модель действительно невероятная, красивая, необычная, стильная. При этом она очень удобная. Они идут размер в размер. Внутри, смотрите, натуральный мех. В единственном цвете она представлена. Супер дизайн. По стоимости 9170 в размерах с 36 по 40. Это был обзор стильного бутика Калетта. С вами была Ольга Савкина. Теперь я за вас спокойна, потому что у вас будет стильная, модная и невероятно удобная обувь на эту зиму. Зима 2022-2023.
Заказать понравившуюся вам обувь вы можете на нашем сайте kaleta.ru, также по номеру телефона, который указан на экране, или приходите к нам в магазин. Мы находимся в городе Москва, в торговом центре «Садовод», корпус Б, первый этаж, павильон Б69. Мы всегда рады вас видеть. Ну что ж, до встречи в следующем выпуске. И не забудьте поставить лайк.